Путешествие 11-е. Телепортация. День 2-й. Мы находимся в самом секретном месте самого секретного НИИ нашей страны, откуда конюх Федоров, разложенный на элементарные частицы, отправится по кабелю в такой же НИИ в Новосибирске. Сейчас конюх рассматривает развешанные на стенах фотографии. Конюх, это что? Это все я. Как-то не очень похоже. А это те самые мои элементарные частички. Главное, я-то думал, что я из рук и ног состою. Ну, максимум из печени. Ну, куда уж элементарнее. А тут, оказывается, вон и как. И как сказал профессор, у вас, говорит, в каждом рисунке водка. Ну, в смысле, в каждой частичке. А, пошутил. Конечно, пошутил. Но так-то правду сказал. Я ж фотографировался сразу после дня рождения жены. Чего же он хотел? Чтоб я на 90% из оливье состоял? Так я же его почти не ел. А вот водку как раз пил. Конюх, насколько я понимаю, эксперимент очень опасный. Вы не боитесь? Так меня ж потому и позвали, что со мной никогда ничего не случается. А если и случится, то так мне и надо, идиоту. Конюх, что это вы так самокритично? А кто еще согласится, чтоб его на элементарные частицы растеребенили? По пьяни подписал. Главное этот. Глаза косые, очки с линзами толстыми. Давайте, говорит конюх, мы вас отправим. Или вы боитесь? При бабах, понимаешь? Ну, я бутылку допил, горлышком закусил и говорю: видишь, как я чего боюсь? И сегодня с утра пораньше пришел сюда с языком порезанным, а ты говоришь, не идиот. Да нет, я не говорю идиот. То есть, это же очень достойно. Достойно! Достойно это кисти Айвазовского! Что? Шучу! Ну, все, пошел на обследование! Слушай, корреспондент, извини, а вот кровь из пальца, это не больно, нет? Я не помню, но... Да, а может, ты первый? Что? Да нет, ничего, пойду!